Станице Смоленской торжественно открыли новую детскую спортивную площадку. Она расположилась на углу улиц Первомайской и Буденного. Теперь местные ребята смогут с комфортом поиграть в футбол и пляжный волейбол. Вы всегда участвуете во всех мероприятиях, во всех грантах, которые у нас проходят в районе. Но сегодняшнее событие, оно отличается тем, что этот проект, который вы осуществили, который направлен на ваших детей, ради них это все задумано, он сделан полностью вашими руками и вашими средствами. Площадку действительно оборудовали своими силами и на собственные средства. Местные активисты во главе с председателем ТОС номер 6 Натальей Квиткиной не только купили инвентарь и стройматериалы, но и лично обустроили новое место для детского досуга. Участвовали целыми семьями вместе с детьми. Неравнодушных жителей наградили благодарственными письмами от администрации смоленского поселения. А после, по традиции, перерезали красную ленту. Для ребят станицы открытие площадки превратилось в настоящий праздник, который стал возможным благодаря инициативе и сплоченности смоленчан.